не даю ему отскочить, знаю, что у него есть хороший удар, может он здорово вынести очень далеко. И вот подсказывает сейчас у нас крайний защитник и прострел штрафную. Все-таки залетает мяч, да, у нас. И вот от фланг Казанков. И делают здорово! И залетает мяч у нас. Давайте посмотрим повтор. Делает заброс в штрафную Казанков. И залетает мяч прямо за шиворот вратарю. Ну, это чистейшая ошибка у нас вратаря команды НЧТС. Вернее, продолжать игру. И идет заброс в штрафную. Дает ли момент для удара, ну. Пробивать надо. Да, еще 2-1 у нас сбивает команда НЧТС. И на фланг. Притормозили пока атаку. Позиционная атака у нас. Здорово врываться. И Васиту отыгрывает. Ну! И да! Забивает у нас 91 номер. Ну будет ли уже у нас наконец-то второй гол в матче. Не везет пока с этим парням. Панин. Передача фланг. И вот сегодня он ставит спину. И будет ли у меня для удара? Здорово. Панин. И да, забивает 14-й гол у нас. Там борьба на фланге. И здорово. Корону сыграет на выходе. И Оксанов. Не знает пока найти кого для передачи. Находит все-таки. И Галимов. Девятку мяч отправляет. И открывает счет. Прекраснейший удар. Открывает счет у нас Галимов. Давайте посмотрим повтор. Вот, получает в центре мяч. И при 2-3 касания здорово отправляет мяч в девятку. Им здорово скидывается Быков на Ибрагимова. Ибрагимов пробивает ворота. И там боролся Сотников. Но Дугушкин был первый на мяче. Здорово кулаками вынес. И Сотников! Какой шикарный гол в девятину! Сотников отправляет прямо на ворота команды. Профсоюз команды. И все-таки вот давайте посмотрим повтор. Здорово получает в центре поля, никто его не накрывает. И прямо под самую перекладину ближе к девятке отправляет он мяч. Сегодня трансляция, что будут таймы проходить по 20 минут. Тем самым будет вся игра проходить 40 минут. И вот сейчас опасный момент. Да, все-таки забивает у нас командам. И вернуться в игру. И прямо. И надо как-то уже реализовать эти моменты, эти подарки. Новицкий. И вот, пожалуйста, под мою фразу, что надо все это реализовать. Новицкий забивает. Искаков. Мяча. И гол! Шикарно разыгранный стандарт. 1-0. На 4-й момент, а потом уже вернемся матчем, который команда провели в последних 5 встречах. Идет подача. И, по-моему, там все-таки коснулся головой. Искаков снова мяча. И будет удар. И 2-0! Смотрим мы этот момент. И снова здесь Искаков в центре внимания. Искаков у нас в данном случае делает хорошую передачу на левый фланг. Там совсем один 19 номер. Шикарно обыграно. Пойдем к нему! Вот интересный, да, игрок. Такой вот лег. Упаковать, так скажем, нашу технику. Ух! И гол! О, шикарно! Сыграно. 30-й номер у нас отлично обыграл соперника. И гол! Через правый фланг на Демидова. Хайрулин уже поднялся высоко. Явно трек ресурс. Хочет забить. И забивает! 3-3! Разыгрывает атаку. И он же выбегает в атаку. И шикарно играет на коротке. И гол! Ничего себе! Такой вот классный матч мы с вами посмотрели. 7 забитых мячей. Отдыхаем. Ждем свистка арбитра. Родионов. Забивает! Долго принимали решение игроки команды в синей форме. Игрок без номера. Интересно. И хороший удар и гол! И также команда движения. В общем, команда движения фаворит. По конкурсу прогнозов. И шикарный гол. Домик вылетает вратарю. Поставил ногу. Буквально там позволил оставаться Родионову там одному. Щепицын делает перевод на десяточку. Десятый стреляет туда, а там продвижение.
шикарно исполняет по 44 очка. Подает угловой и тащит буквально с линии защитник команды Гренадо Тим 2. Ой, прошу прощения, Гренадо Тим, конечно, да. А вот так вот будничный как-то мяч залетает. Свой мяч, тогда победителем конкурса, пожалуй, будет у нас Азат Сайдгарай. Так что, видимо, сегодня у нас по-любому будет победитель. И гол! 3-2! Здесь уже Родионов. Малинов на него прям буквально бросается. И гол! Жестко идет Гарком Кирилл, но все прям поправил. Якимов считает задумку Музафарова, поэтому спокойно забирает себе этот мяч. Хороший перевод справа налево. Наверное, нужно обратно вернуть. А вот еще вам! 4-3! Есть кому поворот в штрафной площади. И принимает. И! Да, 1-0 открывает у нас счет. Для него не нужно желтую карточку. И ошибается у нас Зуев с минусом. Спокойно, на опыте. Все правильно, стоит нервничать. Муртазин опять прорывается мимо троих. И что? Какой шикарный проход и шикарный голешник. 2-1. Жду от него. Вот так. Так, я его сейчас... И что? Пенальти. И Хуснеев пробивает, ну. И опасно было. Но все равно забивает он мяч. Имеет в своем составе шикарного нападающего под Киева. Он сейчас скидывает мяч. Здорово прокидывает у нас. И передачный. И пятый шикарный гол. Опять. Открывает у нас счет. 1-0. Какой-то гол уже я не знаю на его счету. Абсолютно он лидер. В списке бомбардиров. Первый лиг. Ну, Курбанов. Дойдет и сделает удар. Бегенчев. Удар. Да. Все-таки 1-1 счет у нас. Сравнивает. Бегенчев. Здорово, жестко играет в корпус. И Петров делает шикарный заброс. И 1-0, дорогие друзья. Блин, делает передачу в штрафную. Смирнов. Да, счет 1-1. Не фол, говорит арбитр матча. И быстро разыгрывает мяч. И Ахметзянов все-таки делает счет 2-1. 80-й номер Сыров, 5-й Петров, 11-й Трофимов, 23-й Виниченко, 10-й Глендянов. И уже первая атака тишины. И сразу же гол. Супер быстрый забитый мяч на 20-й секунде. Ускорилась игра. Конечно, зрители только радуются от этого. И нужно попробовать пробить. Егоров, есть! Шикарно! Гар, прошу прощения. Вот Сахабудинов как раз таки. Сагиев открылся под передачу Сахабудинова. И Чикавани будет бить и гол. Да! Титан Кавкам 15.30. Гренада. ППР 16.30. И энергия Ростар Строитель 17.30. Будет ли сейчас третий мяч? Мустафин? Да. Сагиев. Через дом, но скачок будет через дом, наверное, играть или пытаться пройти вперед. А в итоге находится третий вариант. Удар делает передачу на Сагдиева. И Сагдиев будет ли завершение. Мимо мяча махнул Егоров, но нарушения правил не было. Кратников уже в атаку пришел. И не зря. Ошибается Ткачев. Будет ли забитый мяч от команды Бинхард? И есть! 5-2. Защищает Сотников. Второй Хамадьяров. Шестой Исмаев. Второй также Саликов. Но походу разберемся. По каким номерам действительно выступает. Там что два игрока по вторым номерам заявлены. И будет ли первый удар по воротам? И сразу гол! Один. Можно... Прокидывает мяч направо, так и происходит. Юсупов скидывает партнеру. И штанга! И гол! Есть! 1-1. 1-1. Счет их абсолютно не устраивает. Хороший закидыш в штрафную. И, пожалуйста, довольно быстро отыгрывается команда Реал Строй.
Хороший у нас первый тайм. Три забитых мяча за 16 минут. Давай. Вот исполнена отлично была закидушка, а потом защита не смогла выйти. Грибачев вот с мячом, и он, видимо, делал, да, навес, а там коснулся игрока на климата в спину. А после этого попадает, залетел через штангу ворот. В подкате летел Кожин, но так играть нельзя. А зато 4-2 сейчас становится. У нас основное время первого тайма закончено. Юсупов, да, именно он исполняет шикарно. Равский находит Кожина через центр. Кожин хороший перевод мяча делает на правый фланг. Будет удар и гол. Да, вперед. Можно попробовать пробить. И гол! Передача, но партнер ошибся. Мурыгин один в один будет обыгрывать. И гол. Да. Шикарно разобрался Мурыгин. Андрей Белов, да, подозрение то, что. Техноклип забьет еще один гол. И пенальти. Вот, как раз только я об этом сказал. Смотрим пенальти. Юсупов забил. Вот такие замены. Асиев вправо подключается. Алимов. Рыбачок. На Паскиева. Нет, здесь шляга все-таки. Забрал мяч, момент, Паскиев, забивай, да, 1-0. Налево, Минязов, чистой игрой Алимов. Алимов, пас от Тарам, 2-0. Без шляга. Смотрим мы с вами повтор. Алимов начал атаку, на хорошую передачу на от Тарова, тот перевод направо и Бешлягу. Бешляге остается только поразить. От Тарова, да. Отпадает мяч, хорошая передача, Михмель. И падает пенальти, нет? Да. Комментатор. Напомню. Канал спортивной трансляции 3-0. Что касается чемпионата, то 10 июля команда обыграла команду ТЭС. Но Рулин один мяч все-таки, да. Так, все-таки ошиблись. Игроки Ростара. Чернильцов. На Бешлягу. Да. 4-1. Навес. Рулин. Залогин. Ошибается. Терять мяч. Залогин. Рыбачук. Направо. Затаров может забивать. Да. Блев. По флангу. Один Юнусов. Может сделать на вторую передачу. Да. Бутинов. Удар. 1-0. Николай Бутинов. Снова повтор. Юнусов на Бутинова и на 18-й минут. Розыгрыш, Минтерьев, Фомин. Тут идет передача по флангу. На опережение играет Затаулин. Затаулин и Вергодолсаков. Сюда слева и 2-0. И ошибается Садыков. Затаулин, Бутинов. Налево, удар, 3-0. Краснов. За боковой, на Бутинова. Подвала, можно бить! И 3-1. Смотрим этот повтор. Такой шикарный, как говорится, у нас до него сажен удар. Девятку получился. На передаче играет Бажеев. Переверка до хата. Удар ближний. 4 очка. Трое. Удар дальний. Штанга. Гол. Есть еще уже. Игрок Леон. Гатаулин. Справа есть один. Ильнар Гадохатов. На пролом бежит Гатаулин. Гатаулин. Да. Все-таки забивает. Как бы я это принял?